А в Усть-Каменогорске воспитанники дома ребенка поздравляли с праздником мам. Так они называют своих воспитателей. В детском учреждении было много гостей, но ребятишек это не смутило. Они с большим чувством пели песни, танцевали и декламировали стихи. Конечно, про любовь к маме. Без внимания в этот день не остался никто. Малыши получили подарки, каждому вручили игрушки и сладкие угощения. В нашем доме ребенка проживает 112 ребятишек. И наши сотрудники являются мамами для наших деток. И здесь, конечно, детки готовили праздник для наших мам, вот сотрудников дома ребенка. Они делают колоссальную работу. Мы иногда не замечаем этих женщин. У них зарплата небольшая, они не занимают какую-то руководящую должность. Но, тем не менее, они воспитывают наше подрастающее поколение, именно детей, которые остались без родителей.